Всем привет! Рада видеть вас на канале. Сегодня у нас с вами огромная распаковка посылок, а точнее 13 штук. Давайте скорее распакуем и посмотрим, что там. Поехали! Итак, первый конверт. Здесь мы видим набор слайдеров. Они у нас фольгированные, серебряные и золотые. Этот набор слайдеров имеет различные рисунки: бабочки, перышки, цветочки, точечки, линии. Эти рисунки можно использовать полностью, либо использовать какой-то один элемент с этих рисунков. Замечательные кружочки. Мне кажется, такие дизайны должны быть у каждого, чтобы не возиться долго с литьем, либо с втиркой. Просто использовать этот слайдер. В наборе 30 штук. Итак, следующая посылочка – это вот такой вот конвертик. Внутри у нас очень много продуктов. Первый продукт – это у нас серебряная фольга. Так как у меня запасы фольги заканчиваются, решила купить серебряную фольгу. Также в тубусе идет бронзовая фольга. Некоторые ее называют темное золото. Так, здесь у нас наклейки, это такие снежинки с акцентами, с красными, зелеными, черными, синими, объемные снежинки. Но с помощью топа можно легко выровнять ногтевую пластину. Следующие это вот такие цветочки. Отлично смотрятся в сочетании некоторые двух цветов, красный и черный, черный и желтый. Отличные слайдеры, написаны 3D. Дальше у нас такая вот геометрия. Здесь у нас и черная вариация, и белая. Можно использовать на любое покрытие, на любой цвет. Следующие слайдеры – это у нас 5D слайдеры. Вот такие теневые с надписями и использованием фольги. Очень здорово смотрится на ногтевой пластине. Следующий набор – это вот такие вот замечательные снежинки голографические. Здесь у нас также есть и олени, и елочные игрушки-шары. Очень здорово смотрятся, тем более в преддверии новогодних праздников. Дальше вот такие вот мазки голографические фольгированные и луна, тоже 5D слайдеры. Эти наклейки я заказываю повторно, потому как они идут сразу различного цвета. Очень качественная печать, отлично с ними работать и очень радует глаз клиента. Вот эти вот тропические веточки идут в двух цветах. Черные и красные, очень четкая печать. Следующие наклейки – это вот такие вот голографические бабочки. Такое ощущение, что сделано литье. Очень классные бабочки. Следующие – это такие вот наклейки, можно сказать, Диснейленд. Здесь у нас принцессы, какие-то феи, замки, кареты, короны. Очень интересный набор. Тем более Диснейленд сейчас как-то очень популярный. А это я заказала вот такую вот кучку фольги. У этого же продавца первый пакетик.
первый пакетик. Здесь у нас и матовая фольга, и голографическая. Фольга тоненькая и отлично работает. Мне нравится матовая фольга. С помощью матовой фольги можно сделать интересную текстуру и дизайны. Я вообще очень сильно люблю фольгу использовать в дизайнах. Это у нас бензиновая фольга. У меня закончилась та, которая у меня была. Потому вот этот вот наборчик мне очень сильно понравился. Здесь у нас и на прозрачной основе можно использовать на светлые оттенки гель-лака. И на темной основе. Перелив у нее отличный. Следующий пакетик — это у нас змеиный принт. Очень такой интересный, голографический. Здесь один принт на всех кусочках. Посмотрите, как замечательно играют краски, как переливается наша рептилия. Просто загляденье. Невозможно отвести глаза. Следующий такой вот набор. Здесь у нас в пакетике два пакетика с фольгой. Это я у продавца заказала набор из 50 штук. Здесь у нас битое стекло. Очень красивый синий. Вот тут эта вот мелкая точечка. Прозрачная основа. Голубая фольга. Серебро. Вот это изумительная фуксия. Посмотрите, как она переливается. Опять бензин. Черная фольга. Очень редко можно встретить ее. Серебро матовое. Градиентом сделана фольга. Красная рождественская. Это фуксия голографическая. Очень красивая. Темная бронза. Следующий наборчик такой, это у нас фольга с принтом. Первый кусочек у нас затаился. С принтом вот такие вот цветочки, крупные цветочки. Вот такие нежные кружева. Это такой набор для разнообразия. Здесь не так много интересных может нас встретить принтов, но пусть будет для разнообразия. Будем проверять клей для фольги, как будет работать. Отличные милые бабочки, цветочки. Может, кому-то что-то из этого и понравится. Эта посылка очень быстро ко мне пришла, так что могу рекомендовать вам продавца. Следующий конверт, вот такой вот большой конверт. Здесь у нас находятся папочки для слайдеров. Этот продавец очень общительный, сразу выходит с вами на связь, обсуждает доставку и те папочки, которые есть в наличии. Одну мне пришлось заменить. Вот такая вот первая папочка. Основа идет картонная. 84 ячейки в каждой папочке. Немножко бортики у нас сбиты. Но ничего страшного. Милая обложка с зайчиками. Я буду здесь размещать дизайны осенние. Сайдеры осенние. Следующая папка. Тоже из картона основа идет, тоже на 84 ячейки, голубого, вот такого вот глубокого синего цвета. На обложке изображены цветочки.
буду здесь я буду размещать дизайны зимние. Мне очень понравились эти альбомы, выглядят очень достойно. И файлы у них идут плотные. Следующая посылка – это вот такой вот конверт. В нем мы находим сверток. В этом свертке находятся стразы. Первый набор – это вот такие вот стразы. Здесь у нас 6 ячеек от маленького размера до большого. Вот такие вот голографические серебряные стразы, либо стразы-хамелеон. Следующий набор – это вот такой вот карандашик для страз, самый обыкновенный, элементарный. И вот такой вот набор страз. В этот еще набор входит пинцет. Так как у нас Новый год на носу, стразы – это очень популярный дизайн. С помощью этого пинцета будет очень удобно инкрустировать наши ногти. И сам набор страз. Здесь у нас поролон подложен, чтобы ничего у нас не побилось. Вот такие вот замечательные стразы. Этот набор тоже очень быстро пришел. Блеск замечательный. И пинцет должен быть с карандашом у каждого мастера. Следующий конверт. Вот такой вот маленький конвертик. Внутри у нас здесь новогодние наклейки. Они у нас идут трехцветные, красно-черно-белые. Очень интересный набор. Я уверена, вам понравится. В наборе идет 12 штук. Вот такие вот замечательные наклейки. И олени, и снежинки, и надписи, и елочные игрушки, и снеговики. Каждый найдет что-то интересное для себя. Некоторые подумают, что оно очень сильно детский, вот этот набор. На самом деле нет. Здесь очень тоненькие надписи и маленькие. Вручную не получится написать такой вот тоненькую надпись, потому использование наклеек – это очень и быстрый дизайн, и потрясающе, очень красиво переливается красный. Наклейки сделаны как литье. Замечательные елочки. И смотрите, какие классные снеговики с веточками. Олени и елочки. Вот этот вот не очень такой. Ну, подарочки маленькие, веточки классные. Дальше у нас вот такое вот имбирная печенька и снеговички. Вот эти вот веночки с ягодками очень классно смотрятся. Размер слайдеров, они не огромные, будут вполне подходить на самый обыкновенный ноготь, по размеру подходит. И последний слайдер у нас елочные игрушки, конфетки. Очень классный набор, присмотритесь к нему. Повторюсь, в наборе 12 штук. Следующая посылка — это вот такой вот конверт. В нем опять же находятся слайдеры. Этот продавец очень быстро отправляет. Это очень радует. Я заказала 5 наборов с разными тематиками. Давайте откроем первый набор.
первый набор у нас осенний. Здесь у нас различные веточки, грибочки, листики, шишки, звери. Очень все детально прорисовано. Отличная печать. Вот эти вот отличные новогодние слайдеры. Посмотрите, какие веточки, какие шишки, какие елочки. Вот этот тоже красивый. И ежики, и совы, и перья, и листики каштана, листики дуба. Красивые девушки. Вот такие звери у нас в шапочках. Желудь красивый. Здесь у нас написано «Осеннее настроение». Различные листики. Очень классный набор. Мне очень он понравился. В наборе 4 листика. На каждом из листиков 3 слайдера. Следующий набор. Это у нас осенние слайдеры. Здесь у нас и цветочки, и листочки, и пасочки, цыплята красивые, и яички различные. Немножко они какие-то как детские, но сейчас очень можно интересный дизайн сделать с помощью этих слайдеров. Вот эти вот замечательные яички. Посмотрите, какие милые зайцы. Невозможно отвести от них глаза. Вот это черно-белые такие вот слайдеры. Можно их разрисовывать, либо сделать мазок каким-нибудь цветным гель-лаком и на них перевести вот эти вот черно-белые наклейки. Будет очень здорово смотреться. Классные веточки, классные зайчики, цыплята. Очень мне понравился этот набор. У продавца там есть еще выбор. Это не все, что у него представлены в продаже наборы. Надо будет еще что-то посмотреть у этого продавца. Следующий набор – это у нас набор бабочек. На первый взгляд нам кажется, что бабочки крупные. Так оно и есть. Бабочки у нас крупные. Можно использовать половину бабочки, либо элемент, какой-нибудь крылышко. Смотря, конечно, какая ногтевая пластина. На маленькие ногти будут бабочки крупноваты. Но есть тут бабочки разных размеров, разных цветов и разные раскраски. На весну, на лето очень популярный дизайн, все просят бабочек. Так что, чтобы долго не рисовать, можно использовать вот такие замечательные слайдеры. Вот эти кляксами очень здорово смотрятся. Каждые слайдеры, они имеют четкую печать и яркие. В этом наборе тоже 4 листика, по 3 штучки на каждом. Следующий набор. Следующий набор, это у нас такие, это у нас различные ловцы снов. Они нарисованы у нас пастельными цветами, с разными перышками, с разными бабочками и маленькими элементами. Подойдут так, как и на крупную ногтевую пластину, и на среднюю и маленькую ногтевую пластину. Кажется, что они не четкие, на самом деле они такие и есть. И на сайте тоже на фотографиях такого же цвета эти ловцы снов. Печать качественная.
и последний набор слайдеров от этого продавца. Вот такой вот набор креативный. Здесь у нас и фрукты, и лица, и рыбки, и птички, кокоду или тукан. Вот такие замечательные листики. Лица, нарисованные одной линией. Девушки замечательные. И змеи. Посмотрите, какое лицо интересное. Такие дизайны кляксами, элементами яркими я очень люблю. Они очень креативно смотрятся на ногтях. Вот такие замечательные девушки. Какой классный кот в очках. Просто умиление. Вот такие вот девушки. И опять девушки с листиками. Я могу вам рекомендовать этого продавца. Он очень быстро отправляет заказ. Мне заказ этот пришел в течение 2 недель. Очень яркие слайдеры, тоненькая пленочка. Печать качественная. Следующий конверт. Здесь у нас наклейки. Геометрия в сочетании с снежинками. Геометрия у нас черным изображена, а снежинки синим. Можно также использовать на любой цвет. На белом очень здорово будет смотреться этот дизайн. Изящные тонкие снежинки. В сочетании с геометрией будет здорово смотреться на ногтях. Следующий конверт. Здесь у нас набор наклеек. Вот такой вот сет. 5 одинаковых наборов. Здесь у нас различные и собачки, и елочки, и новогодние игрушки, снежинки, надписи, бантики, девушки. Все в новогодней тематике. Заказала, так как и продавец продавал 5 штук, можно было попросить, чтобы были различные рисунки. Я взяла 5 одинаковых, подарю знакомым, пусть тоже играются со слайдерами, то есть наклейками играются. Рисунки не крупные, подойдут на средние ногти и даже на маленькие. Печать очень качественная. Следующий конверт, он у нас увесистый. Видим, у нас тут такой он грязненький. Пришли пластины и слайдеры. Давайте начнем смотреть с слайдеров. Вот такой вот наборчик. Здесь у нас сборная солянка слайдеров. Первый слайдер, он такой вот некачественная печать, немного размыт. Цветочки, вот такие я вот не очень люблю, цветочки. Следующий слайдер, это у нас весенние цветочки. Печать яркая, цветочки яркие и не крупные. Вот такая вот нежность. Цветочки, и розочки, и пиончики, и с надписями цветочки. Видите, на любой ноготь подойдет этот слайдер. Следующие цветочки тоже подойдут и на маленькие ногтики. Замечательные ежики с шариками, с кактусами, очень мило смотрятся. Этот слайдер непонятно что, какие-то цветы.
Лебеди эти тоже непонятные. Там есть и белые лебеди. Вот эти вот замечательные глазки. Мне очень нравятся. Вот такую тематику, горы, лес, я очень люблю. Сочетание с любым цветом будет смотреться превосходно. И подойдет на любую ногтевую пластину, даже на маленькую. Вот это вот космические тарелки, инопланетные тарелки, тоже интересный такой вот дизайн. Внизу как микросхема какая-то. Вот этот вот интересный слайдер. Заход солнца, горы. Немножко геометрии. Эти слайдеры для маленьких девочек, мне кажется. С такими феями. Но на маленькие ногти они не пойдут, так как феи у нас огромные. Вот этот очень нежный слайдер, весенний. Здесь у нас птички, сакура. Очень красиво. Кактусы, это тоже у нас must have. Популярно и осенью, и зимой. Вот такие тоже детские слайдеры. Тоже крупные. Звери. Опять цветочки. Вот этот слайдер очень интересный. Здесь у нас и цветочки, и надписи. Подойдет на разную ногтевую пластину. А это мечта прям тех, кто любит растения. Вот это вот тоже что-то непонятное. И посмотрим, какие у нас здесь пластины. Я заказала 4 пластины. Первая пластина – это такие вот рисунки, нарисованные одной линией. Здесь у нас и такса, и пингвин, и заяц, и девушки, и девушка с собачкой. И следующая пластина – вот такая вот зимняя пластина. Предыдущая пластина номер L012. Зимняя пластина L001. Здесь у нас тоненькие снежинки. И снеговичок, и олень. Следующая пластина L016. Здесь у нас и листики, и надписи. Очень такая сборная солянка. Следующая пластина L014. Это различные девушки. Можно их интересно использовать на ноготь. Но ноготь у нас должен быть не маленький, так как девушки у нас очень крупные. Эти пластины недорогие, они у нас не новые, не новинки, но классные. Следующий конверт. В этом конверте находятся две пластины Beauty Big Bang. Первая вот такая вот флористика. Эти цветочки я люблю разукрашивать. В реверсивной технике будут здоровские дизайны. Посмотрите, какие тоненькие элементы. Различные цветочки, веточки. Каждый найдет, что понравится ему. XL 092. Номер этой пластины. На следующую пластину я очень долго смотрела, думала, нужна она мне, не нужна. Но вот этот вот милый олень мне очень понравился. Здесь еще милый медведь есть, как раз на зимнюю тематику. Вы видите сбоку олень, заяц очень классный. Поиграться с этой пластиной можно достаточно интересные получить дизайны, играя с этой пластиной. Есть ли они у вас в коллекции? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Следующий конверт. Здесь мы видим полигель. Если правильно прочитала, название Pin Pie. У нас здесь 30 мл. Запечатан в пакетик. Вот такой вот у нас полигель.
номер 008. Хорошо запечатан, спасибо продавцу. Вот такой у нас Барби цвет, розовый. Вы видите, наверное, уже в емкости гранулы акрила. Очень заметна крошка. Он такой пористый, неоднородный. Видите, какой он у нас, как ежик. Но цвет очень приятный. Попробуем с ним поработать, нанесем его на типс и попробуем его выровнять с помощью кисти и спирта. Он такой жесткий, с ним можно долго возиться, он никуда не стекает. Цвет у него достаточно приятный. Эластичный. Высыхает в лампе отлично, даже толстый слой. Просыхает за 60 секунд. Видны наши крупиночки. Добавим еще шарик акригеля. Снимем с него липкий слой и попробуем опилить. Если вы будете опиливать пилкой, это займет у вас гораздо больше времени, чем аппаратом, так как этот акригель-полигель очень жесткий, и с пилкой придется возиться очень долго. Следующая посылка – это вот такая вот сборная солянка. Здесь я заказала кучку GD Coco. Это мой первый заказ этой торговой марки. Каждый флакончик запечатан в пакетик, чтобы ничего не протекло и другие продукты не измазало. Это, с одной стороны, здорово. Но каждый пакетик – это столько мусора. Давайте посмотрим поближе, что я заказала. Вот такая вот кучка. Первое, это у нас белый гель-лак номер 820А. Мне очень понравился этот гель-лак. Он укрывистый, он изумительно чисто белый, без примеси синего. Хорошо просыхает, если нанести тоненьким слоем. И даже если вы не рассчитали, то он тоже просохнет хорошо в лампе, если тоненький слой или не очень тоненький. Тоненьким слоем перекроет ногтевую пластину. Справа нанесла жирненький слой, слева тоненький слой. Следующий номер гель-лака 824А. На сайте он немножко другого цвета, нежели мне пришел. Он такой более теплый розовый глиттерный лак. На сайте он более холодный, но блеск у него отличный. Он такой полупрозрачный. Если нанести два тоненьких слоя, то возможно перекрытие ногтевой пластины, но лучше такой наносить цвет на камуфляж. Здоровский глиттерный блеск. Следующий цвет меня очень удивил, 805А. Этот цвет неоново-красный, я бы сказала красно-морковный, либо красно-розовый. Очень интересный цвет, очень хорошая консистенция, не имеет запаха. Отлично перекроет ногтевую пластину в тоненький слой. С этим гель-лаком очень удобно работать. Мне очень понравился этот цвет. На праздники или для любителей красного
Мне кажется, должен такой гель-лак быть у вас в коллекции. Посмотрите, какой он классный. Следующий лак 819А. Чисто черный, без примесей лак. Густой. Но с ним нужно быть поосторожней, потому как тоненький слой просыхает изумительно. А если вы немножко переборщите и слой будет толстоватый, то он у вас скукожится. У меня лампа мощная, новая, но он не высох. А сейчас мы протестим наши топы. Матовый топ и топ без липкого слоя. Первый у нас будет это матовый топ. Видите, из флакончика у нас желтоватая кисть. Он немножко отдает желтоватость и нашему лаку. Это будет заметно после просушки. Второй тип с беленький перекроем топом без липкого слоя. Мне этот топ, очень-очень понравился. У него отличный блеск. Этот топ не быстро затирается на ногтях. Какие ваши любимые топы с AliExpress? Напишите в комментариях. А вот и наш результат. Справа у нас топ матовый, слева глянцевый. Видите, матовый топ, он немножко желтит, но ничего страшного. Также я перекрыла матовым топом и глянцевым черный лак. Слева у нас толстенький слой гель-лака, перекрыт черным матовым топом. А справа тоненький слой черного гель-лака, перекрыт глянцевым топом. Блеск изумительный, но вы видите, что толстый слой гель-лака у нас не просушился. Меня очень порадовал топ без липкого слоя. И вот этот наш красивый красный нарядный и перламутровый такой вот розовенький цвет. Последняя посылочка на сегодня. Это у нас две гель-краски. Первая у нас протекла. Такие замечательная упаковочка этих гель-красок. И вторая гель-краска. Давайте посмотрим поближе. Первый цвет 0,4 и 11. Этот у нас тоже немножко протек. А протек, потому что мембрана у нас не запечатана, а просто положена сверху. Вот такой изумительный синий цвет. У меня ассоциация с темной ночью, даже, я бы сказала, зимней ночью, когда перелив снега. И номер 11. Серебристый глиттер. Половина бутылечка наша вытекла. Ну, хоть что-то у нас есть. Давайте нанесем эти цвета на типс. Первым будем наносить 0,4 цвет. Очень укрывистый, пигментированный цвет. Можно тоненьким слоем нанести на ногтевую пластину, и она у нас перекроется. Это хорошо, так как мы не будем создавать лишнего объема на ногтевой пластине. Посмотрите, какой классный перелив. Следующий номер 11, больше пострадавший цвет. Это вот такой вот замечательный глиттер, крупный.
Очень красивый перелив. Мне кажется, чтобы перекрылся хорошо ноготь, нужно два тоненьких слоя. Но блеск у него красивый, как снежок. Вот наши две гель-краски. Какая вам больше понравилась, серебро либо темная ночь? Синенький. Вот наши посылочки на сегодня и закончились. Мы с вами их открыли, посмотрели и протестировали. Их было 13 штук. Какие вы топы, базы и гель-краски заказываете с AliExpress? Мне очень интересно узнать. Напишите это в комментариях. С вами была Натали. До новых встреч. Пока-пока!